Всем привет на моем 141 стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру Wings of V после небольшого, ну или большого перерыва. Решил я вернуться к ней. Сейчас пришлось перезапустить ее, потому что у меня геймпад я слишком поздно подключил. Так, не знаю, как там по уровню звука, но мне кажется, может игру даже погромче можно сделать. Ну, я думаю, нормально примерно. Ну, если что, вы напишите, я надеюсь. Итак, вышел патч уже 8-й до нее. Не знаю точно, что там изменили. О, кстати, нормально отображает сохранение. 848 смертей же, только на 30% прошел. 7 часов 26 минут играли. Ну, продолжим, тут босс у нас. Так, сейчас управление немножко вспомню. Ок. К сожалению, я уже не помню атаки этого босса, так что, ну... Сейчас будем вспоминать. А. А, вот это надо фигню сбивать. Я вспомнил, зеленые вот эти дурацкие. Блин. Ну что за... Ой-о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 й
Я уже и забыл, как тут пальцы стоят. Это надо уничтожить. О, все. Тут зеленый, это то, что никак нельзя пропускать, это потому что, можно сказать, почти сразу удаляет. Потому что я потом в итоге столько от них получу урона, что пипец. Я понял, сейчас лечилки полетят в него. Так, он разозлился, да? Да черт, ну, ну все, вот удаляй. Ну что я сделаю, тут зеленые вот эти шняги. Не надо было пропускать. Интересно, насколько здесь проще в Ангел мод? По-любому нету, наверное, пилы это ездящие, да? Ух ты ж, залажал. А что еще? Здоровье меньше тратится? Или у босса меньше здоровья? Или нет усиленной фазы, может? Ну, блин, не знаю.
Но мне вроде говорили, что как бы ради сюжета Ангел мод проходит вообще, ну, на изиче. Блин. Кстати, это было на самом деле очень хорошая попытка, блин, зря я заложил. Да блин, ну это... Оп, оп. Блин, ну неудобно, ну пипец. О, не, нет. Блин, ну хоть одну уничтожил. Да, там уже все равно, там и так уже было разлито. А. Нет. Сразу удаляю. Плохая идея, попробовал, может, если его рубить, то как-то будет лучше, но, блин. Привет, пророк, это сложность Mortal Mod, естественно, не ваншотная. А босс какой по счету, ну, я не помню, ну, где-то примерно пятый, что ли. Даже, ну, опять упустил. Вот гад, а. Начал с этой атаки, странно. Город, что ли? Не, ну тут... О, какой же он жесть вообще. Бесячий что-то. С этими своими зелеными хренями. Да ну как ты задела, ну... О, Ви, ну... Ну серьезно, нормально давай. Да, пожадничал. Блин, ну что же так унюклюжится?
Ну одну, в принципе, можно пережить. Если две падают, можно сразу удалять. Да ну, ну блин, ну что за... Ладно. Да, отлично, все. Вообще офигеть. По-моему, уже можно удалять. В них еще попасть, это офигеть, блин. Да удали вот эту фигню свою. Блин, если без зеленых до конца дойти, то это практически победа. Но если, конечно, там не заложать тупо как в тот раз. Да вот, он зеленых очень часто начинает в конце кидать. Да, ну мне нравится, в принципе, да, неплохо. Вполне. Ну стал бы я проходить, если бы мне не нравилось. Я же ее прохожу не из-за того, что она от Солгрина. Потому что мне прикольно. Короче, это неудачная попытка явно. Да, я уже не мог ничего там сделать. Привет, Defender. Ну, тогда для чего спрашиваешь? Хотя Лизард, ну не, ну опять же, Лизард Мастеров я прохожу, ну не то, что это прямо какая офигенная игра, но по крайней мере по сравнению с другими некоторыми айванами, как бы, ну, то как бы это все-таки более-менее хорошая игра. Ну, по крайней мере, такие... Ну, не знаю,
принципе, нормально так сделано. Не целиком, конечно, прямо там сплошь шедевр, да, но есть интересные моменты. Но это явно лучше, чем Резарда. Довольно-таки сбалансированная игра, хороша во всем. Только не играй на демон мод, это печаль. Свадьба? Ты чё там, Defender? Окольцевался? Ну, демон мод это максимальный уровень сложности. Ну тут три уровня сложности: ангел мод, мортал мод и демон мод. А еще на каждом из этих уровней сложности можно включить думит мод дополнительно. Но думит мод это ваншот, ну, смерть от одного удара. На ангел моде смерть от одного удара, я думаю, еще можно пережить. На уже на мортале это нереально. А на демон моде это, ну, это уже, наверное, хуже, чем рейп боша. Дошли до стены, блин. Да какого хрена, блин? Это жесткий какой-то босс, вообще пипец. Рука очень устает, спамить на самом деле. На геймпаде-то. Я же на геймпаде Xbox 360 еще играю. Ну, потому что управлять на геймпаде реально удобнее, я сразу скажу, в этой игре. Потому что тут как бы это больше, чем просто прыжок и стрельба, да, как в Айванах. Ты чё вверх ты стреляешь, блин, упорото? А, задел все равно. Разлил. Задену, да. Ну нет, ну, о, все удаляй. Ну все удаляй. Это пипец, блин. Три разлитых зелени, это уже все. А, пророк, отличаются, ну, как бы дополнительные виды атак добавляются у врагов. Меньше сейвов. Ну да, на более сложном. Ну, короче, урона больше наносят враги. Ну, короче, охренеешь на нем играет. Привет, плюшечка. А что это по имени, друг? Внезапно. Но наоборот, по идее, на стриме я официально судал. Именно, ну, на стриме, если.
Ну куда он столько раз подряд их кидает? Офигел что ли? Не понял. Нет, на этом уровне сложности легче, но все равно заставляет попотеть. И вот это вот, мне вот это вот раздражает, эти штуки, блин, пипец. Ну что за, вот что мне сейчас делать? Ничего, удаляться. Да куда ты ему лечилку посылаешь? Ну все, удаляй. А, жесть. Дропов нет. И не пишешь, что кодирование медленное, значит что-то у тебя. Жесть. Надо было на ангел мод проходить, что я себе мозг носил. Но поток до 2500 килобит, если что. Издевательство. Все-таки это не одно и то же, что айваны, вот эта игра. Потому что в айванах там обычно часто бывает, ну как бы заучишь и все, да? А тут, блин, как бы из-за того, что есть здоровье, да, то есть довольно много, то как бы очень большое пространство для маневра, для тактики, то есть с уроном чем можно проходить, да? И как бы из этого, блин, пипец, бомбит, если честно, даже больше, по-моему, чем от айвана. С другой стороны, конечно, и пространство для ошибок больше, но... Блин. Пророк, я один раз случайно запустил на демон мод. Ты знаешь, как я офигел? Я не прошел там в третий момент, как бы. Ну, не так тебе писать просто. Короче, недалеко от начала ушел, я просто застрял, я час сидел, не мог понять, почему я не могу пройти это долбанное место. Оказывается, случайно демон мод включил. Потом на этом, на Mortal мод я прошел это место без смертей. Чувствуешь разницу? Ну, не знаю, ну, тут кому как бы. Хороший платформер. Естественно, не из простых. Но, как бы, это такой более дружественный все равно платформер, чем Боши, скажем, да, то есть. То есть Боши вообще ошибок не прощает, да, а, как бы, тут... Тут можно и с ошибками проходить. Хотя и не просто. Да нет, ну почему? Ну блин, ну ты зафейлил хорошую, в принципе, попытку. И рука уже, блин, отваливается, если честно. Всего 27 минут, блин, прошло. У меня уже спамленная рука отваливается. Thank you.
А, ну нет, ну, ну почему, жесть. Такой облом, вы не представляете, такой облом из-за этого, ну офигеть просто. Нет, конечно, турбокнопки, какая турбокнопка? Ты видишь здесь, я могу стрелять не бесконечно, вон, надо мной три шарика крутятся. То есть вот, все, я не могу больше стрелять. То есть они, и надо ждать, пока восполнится. Либо ближний бой. Ну, ближний бой я не могу показать, пока нету врагов рядом. Ближний бой это как бы основное оружие считается. Но именно на этом боссе основное оружие получается дальний бой, потому что ближний бой тут как-то слишком опасно использовать. Когда первый раз проходил босса, я нарю, во-первых, горел довольно сильно. А во-вторых, я его когда убил, он убил меня. Вот. А потом я его убил второй раз, и он меня уже не убил. Но у меня, оказывается, игра была запущена не от имени администратора, а она лежала в папке, в которой у нее не было прав на записи. Короче, мой сейф не сохранился. Мне пришлось третий раз убивать Рю. Я пипец, я чуть не дропнул уже игру там, нахрен. Ну вот с третьего раза уже. Убил нормально. А, ну по, в итоге там, по-моему, ну около 1000 попыток, наверное, получилось. Да блин. Ну, ну это вот как это понимать? Ну, двойной прыжок и еще полет крыльями. Вот такой вот, да. Но ты учитываешь, что и уровни на это рассчитаны, так что как бы... То есть, значит, просто ты без такого тройного некоторые моменты не сможешь пройти. И как видишь, тут вон некоторые атаки даже без тройного не пройти, так что как бы... Это имба относительно. Это если бы как бы в боссе был бы тройной, там был бы имбой, а тут это, ну, как бы в порядке вещей. Конечно, первый раз прохожу, да. Так она же вышла только осенью. Я ее в день релиза купил и начал проходить, но потом перерывчик сделал. Ну, вот примерно на декабрь-январь, так где-то, да. В конце декабря был последний стрим по ней. Блин, то он задолбал, ну честно. Какой ноут? Планшет, в смысле? Ну, да. Но она, конечно, такая сырая еще, блин. Но все равно нормально, уже вечером лежал, киношку смотрел. Хотя, конечно, еще пока не очень удобно на планшете ей пользоваться, но, видимо. Еще надо ждать допиливания. Да, не фильм, а вообще-то сериал, как бы. Star Trek Deep Space 9. Я просто как бы для обобщения сказал фильм. Oh,
Ну это старый сериал 90-х годов. Так, началась усиленная фаза. И начали лететь лечилки ему. Да ну удались, ну, ну что это? Ну, ну, если ты не видел, просто тут еще была сюжетная вставка, но она показывается только один раз. То есть, как бы, потом уже просто сразу босс начинается. Но тут, вообще-то, в этой игре есть сюжет, ну, такой полноценный, в принципе. Ну, конечно, такой простенький довольно, но все равно сюжет, он есть сюжет с диалогами и все такое, с персонажами. Мне кажется, где-то в середине, но по сейву показывает, что я 30% прошел. Правда, я не знаю, 30% это, наверное, с учетом, что, ну, как бы 100% это, видимо, с секретками, да, наверное, а не просто сюжетно, ну, как бы. Так что не знаю, но сейв 30% показывает. А так, я-то не знаю, где, какой конец игры, я же не смотрел ни прохождения, ничего. Привет, Брим. Удали вот эту. О, хорошо. Блин, ну как я заделал бы этот лазер, ну... Этого не должно было... О, призейти! А, одну пропустил. Ну ладно, это еще одно не критично. Вот это все, вот это удаляй. Ну это все. Да, секретки, тут полно секреток на самом деле. На самом деле это, по-моему, первый босс, который меня напряг... А, не-не-не, был босс, на который я 100 с чем-то смертей потратил. Но все равно, сравни с боссом. В боссе я по 1000, там, даже по 2, и даже на 5800 тратил, да, там, на Солгрина. А здесь и по сотне, там, в худшем случае, да, там, 100 с чем-то. То, что все-таки, ну, как бы, с боссом, наверное, это сравнивать не очень корректно. По сложности. Правда, в боссе смерти фармились очень быстро, а тут это долго довольно происходит. Да ну. А, ну там прям бомбочка эта полетела. Да, да. Ну это имбоба, зато это, блин. Ну короче, блин, выматывает довольно. То есть я уже вот чисто на босса потратил 1:07 в сумме. Именно на этого босса. Вот там, видите, слева как бы счетчик смерти и времени именно на этом боссе. Да.
Ну, одно, я думаю, еще переживу, конечно. Уф. Фигня какая-то. Ну да, может быть. Хотя я не помню там текстур уже, я давно очень играл в этот Mortal Kombat. Блин, может все-таки физатаками как-то убить? Оу. Да что ж, ну блин, ну вот эти пропускать это нельзя никак. Вот просто вот нельзя пропускать эти бомбы, потому что это просто, ну как бы там выжить практически нереально. А даже если выживут, у меня просто останется так мало здоровья, что все равно обречена попытка. Ну вот одну еще можно, в принципе, себе позволить. А две, как бы, это вообще все. Они весь пол занимают, и пока он там прошагает, чтобы, ну, до чистого места дойти, я уже все здоровье потрачу. Ну, так еще тоже, ну, может быть терпимо, но все равно мало пространства для маневра и... Печально. Что это? Меткость, блин, минус 100. Печально, печально. Ну, посмотрим, что будет. Но, как я уже говорил, это очень мало перспективное событие, когда две взрываются. Ну, короче, по-моему, физические атаки вот таким способом не особо больше тратят. То есть я лучше буду издалека уходить от его атак, но постоянно стрелять, и, по-моему, так все равно выгоднее. Так, ну главное, зеленый уничтожил, не считаю. Так, ну что это за лаг был? Оно лагануло. Пипец. Thank you.
Такой ад начинается, я шатал это вообще, ну серьезно. То есть главное вот эти лечилки убирать. Вот эти бомбы, они лечат его, вот которые летят справа. Но с другой стороны, мне его и атаковать надо, а еще нужно уворачиваться от всего этого. Причем, если я сам на эту бомбу натыкаюсь, то она, разумеется, меня не лечит, а она меня убивает. Да, его на Безыга я проходил, да, на стрим. После Боша сразу. Ну, после первого прохождения Боша. Блин, это была хорошая попытка, но просто в конце такой ад начинается, я хрен его знает. Ты это уже проделывал на стриме Фабино вообще-то, я был там. Блин, ну да, я немножко не поймал фазу. Нас раскрыли. Блин, у него осталось вообще донышко, но... Мог бы дожать, в принципе. Как-то не очень. Вообще-то они у него половину полоски восстанавливают. А половина полоски, это знаешь ли, это мне нужно, по-моему, 6 шариков выпустить. Угу, конечно, он прошел. Только что спрашивал, стоит ли ее купить. Да, это игра в стиме. Soul Green вышел на новый уровень, он в стиме опубликовался. Но больше, к сожалению, в стиме он не сможет опубликовать. Как это, почему? Там немножко копирайтов нарушено. Вся игра, правда, в нарушенных копирайтах состоит из нарушенных копирайтов. Да это не, ну нахрен это, блин. Нет, я не волнуюсь, не, это кажется, я не волнуюсь, там просто жесть начинается, я не могу ни от чего вернуться. Я знаю, когда я волнуюсь на боссах, но здесь я не волнуюсь, просто не могу, блин, это размикрить тупое месиво.
Ты что за... Ну блин, ну не попал ни по одной, ну вот пипец просто. Ну хоть одну. Да ну, ну, о, ну все. Ну хоть эти сбил. Но все равно, блин, уже слишком мало у меня, по-моему, осталось там для выживания. Ну представляете, с таким же уровнем сложности, но без урона надо пройти этого босса. А на демон мод он еще и сложнее. Не знаю, чем именно, но чем-то сложнее. То ли у него атаки сложнее, то ли еще что-то. Какого босса? Солгрина? Нет. А, хитбокс не знаю какой. Ну, в смысле как-то, ну, не задумывался. Ну, крылья точно не хитбокс. Ну, примерно вот тело, наверное. Привет, картофан. Ноги, да, ноги нет. И что думаешь, зачем я прыгал бы? Видишь, ноги нет. Я поэтому и прыгаю постоянно. Нет, это плохая попытка. Что-то этот босс меня уже напряг. Вдруг нравится прыгать, ну... Нет. Ну, в смысле, мне прыгать может и нравится, но не из-за этого. Особенно стал бы я прыгать, вот когда вот эти лазеры там, блин, летают. Как правило, прыгаю прям под удар, на самом деле. Надо любой ценой, блин, сбивать эти шняги. Потому что они потом мне столько урона нанесут, просто охренеешь. Ага, активируем протокол. Ну, ой, ну все, вот сейчас только что запорол всю попытку. Ну просто запорол. Тупо. Не знаю. Неохота вебку было что-то. Оп. Ну
Ой, последовательность клавиш перепутал, вот дно. Ну давай, что ты там? Не. Блин. У него уже горит, но, блин, все равно. Это чтобы охлаждать. Не знаю, кто бы до меня бил, но явно, что я ему ни одной трубы не сломал еще. И я тут пипец как урона получаю на вот этой фазе. Просто нереальное количество. Потому что у меня все летит, все, весь экран просто в уроне. А, рука вторая, ну, кстати, да, может быть. Куда она, интересно, делась? Об этом не говорилось в сюжете. Попал все-таки на пилу. Ага, это еще, ну, при учете, что там не будет зеленой хрени. Ну не успел, ну не успел. Убейся. Блин, ну. Да разве там можно было то все быстро так сообразить? Отличный подарочек. Давай,
Ой, чё я не стреляю? Вот только что, типа, да, сказал? Ну, блин, мне теперь все время это слышится. Каким Луиджи? Больше персонаж Луиджи. А, я понял, которого берешь. Дополнительный персонаж, и он там что-то говорит. Да я так и думал. Ну а фиг ли, блин, такое писать-то, я хрен его знаю. Да забери свой подарок обратно. Охренеть, вот что это за месиво, ну... Просто на рандоме надо как-то это все замикрить. Какая разница, шутки, не шутки, слово есть слово, как бы, блин. Что так сложно это запомнить, что ли? Я просто никогда не понимал, как у людей может случайно письменно вырваться слово какое-то, да? Ну блин, ты же это пишешь, ты же это даже не говоришь. Какая разница, правила есть правила, блин, прикол, не прикол, ну не знаю. Мне кажется, блин, так просто это соблюдать, хрен его знает. По-моему, даже звездочками же банят, или нет? Я только забыл, какое в итоге правило-то они оставили. Что, можно звездочками закрывать или нет? Просто они одно время было нельзя, потом вроде можно, потом то ли отменили, то ли нет, я что-то так и не понял. Да, на Твиче не забанят, но все равно я попрошу, ну, прям откровенный мат не писать. Ну, просто как-то не очень приятно, как так скажем, читать. Ну, конечно, я не буду за это банить, ничего, но просто чисто так, просьба. Да, ну потому что пророк это не является матным словом, блин, это всем известно. Какого фига за это банили, то есть, ну тогда банили бы там, не знаю, и за слово кобель там, да, и, ну блин.
Какая разница-то? Или там козел, или еще что-то. Ну, блин. В общем, смысл за это банить, это странно. Это же не матное слово вообще ни разу. А когда его употребляют в отношении человека, так какая разница? Это за другую, как бы, тему тут бан, за оскорбление. А тогда там хоть любое слово будет, то как бы за это можно забанить. Просто именно из-за того, что это оскорбление, а не из-за того, что это именно это слово. Да, как бы, то есть, поэтому... Так я же тебе говорю, за само слово не мат. Если его используют как оскорбление, то именно тут можно банить за оскорбление, а не за слово. То есть просто за факт оскорбления. То есть так что само слово-то нет смысла запрещать. Если как бы кто-то употребил его в отношении тебя, то ты просто жмешь забанить легкое там или оскорбление, или там, или тяжелое, в зависимости от контекста. Десять минут всего бан, но это еще повезло. Вон Тверкила недавно на сутки забанили. А, ну, пророк, да, администрация, такая администрация на СК2 ТВ. Ну просто тупо нету нормальной альтернативы СК2 ТВ. Я не могу с 100% вероятностью атаки, блин, без урона проходить. Вот эти бомбочки, там чуть-чуть не замикрил, урон. Лазеры чуть-чуть не замикрил, урон. Вот тут не попал, вообще пипец урона вот сейчас будет. Эти ракеты слишком внезапные бывают, там, ну, что там нету свободного места в том месте, где я стою. Или там неудачно приземлился, пила. Если там больше некуда особо приземлиться. Или вот это с днем рождения, блин. Да... О, он подлечился, ну все, короче, это нафиг. Да, пророк, уже есть, уже 100 раз сделали разные сайты, там, типа, да, похоже, они даже сейчас есть, но только там людей-то нету. Ну, то есть, зрителей. Нужно, чтобы кто-то нехило припиарился со своим новым сайтом. Ой, да какого-то... Но я случайно кнопку задел. Причем-то заметили? Паузы-то нету. Thank you.
Ну да, если бы он не вылечился, может быть там, блин, ему осталось, короче, это три шарика где-то. Блин. А, переедем в Барину? Ну не знаю, ну все равно, да не, ну это мало очень. Хотя я бы, в принципе, не отказался бы кого-то поддержать, и, скажем, стримить и на СК2, и еще на какой-то ресурс, да, но, блин, ну как-то надо, чтобы все-таки что-то было там реально, какие-то перспективы, да. Хотя, конечно, от меня поддержка-то, блин, лол, у меня тут зрители-то всего, сколько там, ну 20, да, где-то, в лучшем случае. А, разбанили. Путь славы? Нет, спасибо. Ну, по крайней мере, не на стрима, ну, не стримерской. Написано на Твиче твой фан. Зато теперь удобно, когда я слышу поздравления, то это означает, что сейчас Лазер этот будет. Потому что смотреть на то, что он там голову опускает, это не всегда удобно просто бывает. А, там под... А, я вспомнил, да, там одни мобы, ММО... Ой, фу, вообще жесть такая. Там... Вообще, ну то есть, там основные категории, это вот эти, блин, игры. Лол, Дота, да, мне тоже так это... Поразило, то есть, ну... Не, ну понятно, там просто много, потому что стримеров по доте, как бы, понятно, они на чем будут набирать популярность, но все-таки я это не поддерживаю, так что это не для меня. Я и не смотрю, и не играю ни в ММО, ни в мобу, вообще ни в одну, так что... Я даже в сетевые особые игры-то не играю, ну то есть, даже какие-то шутеры сетевые, так что... Вообще не для меня, ни разу. Так, у него 3 здоровья осталось. Да блин, что так прыгнуло-то хреново? Ви, ну Ви. Ну, ну все, сейчас застрется все. Да пипец, блин, эти лазеры тоже выбешивают. В конце вот они сильно выбешивают. Ну, бетка, а там уже одни ММО и мобы. Ну, то есть я вот бетку поюзал, да, и мне как бы не очень понравилось из-за этого, и, ну, то есть вот. Я как бы свое впечатление составил. Я просто сразу не вспомнил, когда ты сказал про этот трек, а сейчас я вспомнил, да, там уже. Мне вот это не понравилось сильно. Как бы, знаешь, добавить категории, это не что-то такое сложное, чтобы нельзя было сделать в бете, да? Есть, но только там очень мало категорий для таких, то есть... Только там платформеры, олдскулы, по-моему, хорроры почему-то, да? Это так, как-то очень странно. А где остальные? А где РПГ? А где... Ну, блин, странно. А где шутеры, в конце концов? Там, по-моему, даже шутеров нету.
Ну, когда добавится, тогда и посмотрим. Да у меня уже здоровья нету. По идее уже можно удалять. Ну все равно, конечно, поборюсь до последнего, но. Ну все. Какого хрена он сразу зеленые кидает? Ну хоть одну сбил. Да, офигеть, ну все. Ну блин, и чё? Ну и чё? Сейчас чуть рука отдохнет. Так где угодно вставай, если ты, ну, если ты пока тебе плохо это удается, то вставай подальше от него. Ну, чтобы как бы это успеть увидеть, что там летит впереди. А когда уже более-менее начнешь эти волны проходить, то поближе, чтобы спамить. Спидранеры его убивают еще когда он эти волны делает. Я бы убивал самое быстрое, это когда он только успел одну машину кинуть. А, ты же еще, наверное, не видел. А, нет, ты же, наверное, видел чьи-то стримы, да. Блин, ну тут выбор был либо на пилу, либо под эту бомбочку.
Defender, а что такого, ну, как бы говорить, что, ну, то есть, ну, в смысле, ну, это, по-моему, естественно, то есть, мне, например, не нравится сам жанр моба, то есть, и да, любой представитель этого жанра мне не нравится, потому что мне не нравится сама концепция. Почему я не могу сказать, что мне это не нравится, да, то есть, ну, странно вроде довольно. Я же не говорю ничего про людей, которые в это играют, ну, в плане, что там, типа, что не очень там и так далее. Ну, пусть играют, но мне не нравится сам жанр, да. Я считаю его там, не знаю, говнищем и так далее. Ну, что, я не имею права на свое мнение, что ли? Другие пусть играют, пожалуйста. Ну, блин, пипец. Да блин, ну как я мог сейчас не подпрыгнуть нормально? Блин, вроде ничего вообще не мешало, абсолютно. Да ну офигеть, ну и две пропустил в конце, ну. Ну это все, ну удалить можно тупо, ну нечего там сделать вообще. Не, на самом деле, если бы хотя бы мои основные зрители, вот, ну, которых я знаю, да, то есть, ну, там, часто заходят, смотрят, если бы они вместе со мной, скажем, перешли на какой-то другой сайт, да, ну, типа там вот, который вы говорите, да, ну, то есть тоже меня там бы продолжали бы смотреть, то я бы вообще, думаю, со СК2 ТВ бы полностью ушел. Но они же не перейдут. Потому что для этого нужно как минимум, чтобы еще их, ну, их любимые стримеры тоже перешли. Да блин, это жесть какая-то.
VLGTV. Подожди, это другое. Это не то, что про что говорит Defender, да? Это что-то другое. А, это тот убогий сайт, на котором вообще фиг что поймешь, я вспомнил, да? Там заходишь и ничего не понятно вообще. Там нужно было найти какую-то невидимую кнопку, чтобы выскочила табличка, на которой там что-то написано, типа, ну, какая-то инфа. Ой, засмотрелся на чатик. Да что я делаю, ну? Эх ты ж, ну... Сейчас жесть начнется. Ну вот что это уже сейчас? Блин, ну заперли просто, я не мог тупо ничего сделать. Еще и зелень, блин, разлили. Ну это офигеть просто, идеально. Ну я на фанстриме зареган, но, блин, там пока такая сырость. Это просто охренеешь. Я даже пробовал стримить на фанстрим, но там прикол, там даже стрим нельзя снять. И он не запоминает название стрима. Ну, то есть, вот в следующий раз, когда захочешь постримить, тебе надо заново полностью инфо о канале заполнять. То есть, вот не только там название стрима, а вообще всю. Описание, все вообще. То есть представьте, что если бы на СК2ТВ нажимали эту кнопочку «Мой стрим», да, зеленую, и каждый раз там была бы полностью пустая форма. Вот то же самое. Напомню, на Фанстрим ТВ задонатили 600 тысяч рублей, или даже больше. Defender за 600 тысяч рублей. Там уже должен быть релиз, причем такой офигенский, что ты просто, ну, что просто вот вырезан там просто сайт и с офигенским функционалом, очень красивый. И, ну, просто как бы идеален он должен быть.
как бы вот именно в этом соль, то что деньги ушли, видимо, на новую дачу Адольфу. Или там на ремонт, я не знаю. А сайт наняли писать, наверное, там, не знаю, за 1020 рублей в лучшем случае. Да блин, ну жесть, ну такая жесть просто. Да, я программер. Так, ну, наверное, тебе друг говорит как раз-таки про качественные проекты. То есть, ну, именно про хорошие, дорогостоящие проекты, которые выглядят и работают очень хорошо, и выглядят очень красиво. Как бы, и очень функциональны. А не вот то, что сейчас мы видим. И поверь, это времени уже было предостаточно, чтобы намного больше сделать. Как бы халтура там явно видна просто. Я, конечно, не сам не веб-программист, но тем не менее я представляю веб-программирование. А насчет своего плеера, если честно, я вообще не слышал, и там пока им даже не пахнет. Какие колбы? С зелеными вот этими огоньками, разумеется, иначе они превращаются в зеленые огоньки. Или ты про что? Ну, Defender, я же говорю, это речь про очень качественный сайт, очень функциональный, отточенный. Не какое-то сырое поделие, которое тебе пихнули, а отточенный хороший сайт под ключ, как говорится. Ну, и как бы... Не, ну если свой плеер, конечно, да, это чуть-чуть дороже, но... Ну ладно, не чуть-чуть, да, но, блин, все равно, 600 тысяч, это, поверь, это не маленькая сумма, чтобы все это сделать. Это хорошая сумма, чтобы сделать все очень круто. То есть за такие деньги абсолютно не принимаются никакие оправдания по поводу каких-либо недостатков функционала сайта или там, что он не на всех экранах, скажем, правильно отображается. Или то, что, скажем, нет мобильной версии приложения для его плеера, да, для этого сайта, полноценной, с авторизацией, с чатиком. Чтобы на основных трех платформах, да, можно было смотреть стримы и комментить с его плеера. Как бы это все должно быть за такие деньги. Да, конечно, это не очень быстро, я согласен, но за год, я думаю, это вполне нормально. Учитывая, что это же не один человек будет работать. Ну так я же в них и стреляю. Главное, чтобы не допустить, чтобы они до земли долетали.
Ну, в общем, ладно, пусть делает, мне-то чё, как бы. Правда, я задонатил там 250 рублей на этот сайт, ну это ладно. Бывает жизнь огорчения. Видишь, я их избиваю вообще-то. Да, но тогда бы у меня эти смайлы бы отобрали. Я подумал, типа, да пофигу, блин, пусть. Я же только ради смайлов и донатил. Ой, ой, не успею, нет, успел. Да, наверное, это пока самый сложный босс из всех, что был, потому что прогресса нет никакого. То есть я его почти убиваю, да, уже много раз, но при этом прогресса нету. Я не начинаю чаще доходить до конца или меньше оставлять здоровья. Просто всегда одно и то же примерно. Когда начинается самое месиво, мне просто капец и все. Даже если я дохожу практически с полным здоровьем до конца, такое уже было. Это вообще как-то не помогает. Да блин, ну как я должен был вернуться нафиг от этого? Ну это пипец. Теперь вообще все, я застрял тут. Короче, это удаляю уже. Я не представляю, как этого босса, блин, надо просто нарандомить как-то очень жестко. И вот казалось бы, да, всего лишь 100 смертей, ну 99, да, а уже какой-то безысходностью попахивает. Так что как бы с боссом тут сложно сравнивать. С боссом у меня и на 1000 смертей не было безысходности. И это еще с учетом того, что здесь рестарт означает смерть. То есть если я просто жму рестарт, то как бы смерть засчитывается. Но я экономлю время. Так что смысл есть жать рестарт. Ой,
Да блин, ну... Да, ну нет, ну один еще можно, один еще можно. Но, блин. Ну два уже, пипец. Что попробуй два? В конце, когда начинается этот весь ад, там фиг проследишь, чтобы... чтобы не было зеленых огоньков, блин, там потому что такое начинается, что пипец просто. Давай активейтинг протокол, ну. Ну вот, блин. Если бы он не вылечился, может быть, были бы какие-то шансы, но... Да, от лазеров тут практически невозможно увернуться вот в конце, когда он уже прижимает к стенке. От лазеров... И особенно если там еще зеленые огоньки, там все, от лазеров уже не увернуться, так что я просто прыгаю и стреляю, как будто бы нет никаких лазеров. Вот, одну я как бы переживаю зеленую. В принципе, да, урона я еще вообще не получил, хотя, ну вот. Блин, офигеть. Что такое Create Space? Да вы что, не видите, что в конце там никаких тактик практически нету? Там просто горит зелень по всему экрану, летают лазеры по всей пространству. Летят лечащие, и еще просто дополнительно какие-нибудь ракеты летят, или там с днем рождения поздравляют. И это все в скуче одновременно. Я хрен его знает, как это размифить. Просто надо надеяться, что мне повезет в очередной раз, и там более-менее удачные атаки выпадут, и я смогу их размифить. Вот и все. Или, может быть, огоньков там не будет, успею разбить, тогда есть какие-то шансы там для маневра. Но все равно рано или поздно огоньки там разбиваются, потому что там просто очень мало пространства, чтобы что-то с ними сделать, ну, успеть еще их разбить. Пилата там по-прежнему ездит. И хочу заметить, что когда меня, я получаю когда урон, на мгновение как бы обездвиживается Ви.
И то есть, ну, я не могу так же эффективно, скажем, сбивать вот эти зеленые или там что-то делать. Так что как бы нельзя просто взять, скажем, игнорировать пилу, да? Типа потому что она не приоритет. Ну потому что, блин, я не могу ее просто игнорировать. Вот, ну. Да пипец, ну вы видели, ну что там, разве можно было выжить? Ну, учитывая, что, блин, надо еще эти лечилки, блин, взрывать. Не, ну это очевидно, блин, зачем такие очевидные вещи писать? Понятно, что если я буду сбивать все вот эти зеленые бомбы, то мне будет пространство для маневров больше. Ну блин, ну как я это сделаю, если не получается это сделать? Там слишком много всего летит. Слишком много, это значит слишком много. Это значит, что я не могу от этого избавиться в 100% случаев. Даже если очень захочу. Фтык свищет. Блин. Ну вот пипец, ну... Блин, ну... Я прихожу сюда практически с полным здоровьем иногда, и все равно не хватает, ну все равно не хватает. Потому что я постоянно получаю урон каждую секунду. Привет, Эркил. Ну я уже, блин, потратил довольно много здоровья. Да ну нафиг. Так есть, я же тебе говорил, есть такой режим здесь, Doom It Mode называется. Doom It Mode. Умираешь с одного урона. Норм же мод, ну. Кому как. И, наверное, зрителям норм мод, но игроку так себе. Ну,
Я не могу, я это говнище, блин, пройти, ну пипец, жесть просто какая-то. Интересно, кто-то прошел уже демон мод в скрученном думит мод? Милия, что такое милия? Ща, блин, рука чуть отдохнет. Ну не знаю, вообще по идее ближняя атака, по-моему, более ну, сильная. Но как бы с учетом именно, что очень опасная, то в данном случае она малоэффективна. То есть нужно как бы нереальное микро какое-то. Да, ну пропустил все-таки. Ну естественно сразу начал урон получать из-за этого. На, офигеть. Ну все. Даже не буду продолжать все время терять. Ну вот ближний бой показываю. Ну и чё, по-моему вообще нифига не больше наносится урон, да? Не, ну, точнее как, урон наносится больше. А, то есть смотри, один удар наносит больше урона, чем один выстрел. Ну ты видишь выстрелы с какой скоростью летят? То есть как бы в итоге, а удары они медленнее. Так что, ну вот в этом плане, то есть если сравнить урон по времени, то получается, что выстрелами как минимум не меньше. Хоть одну сбил. О, зато сбил. Ну блин, там и не было либо лазер, либо ракета. Да ну, ну блин, ну просто я же жал. О, ну все, вот это самое хреновое, что могло произойти.
Блин, надо все-таки постараться как-то зеленых не допускать, конечно. Но, блин, тяжело. Пока получается. Оп, пропустил. И сейчас сразу урон, да, пойдет. Нет. Пока нет. Блин, ну так не получится заспамить. Ну, если бы даже бомбочка не попала, все равно бы не заспамил. Не, там зеленая, это просто, ну вот. Никак, надо без зеленых. Что зачем? А ты мне предлагал что, в зеленую прыгать или что? Да там некуда было встать все равно. Только если на самый краешек направо, но это тоже плохая идея, какая разница. Все равно зеленый пропустил. Ну вот видите, ну никак не получается не пропустить зеленый. Ну пипец просто, никак. И там уже никакого пространства для маневра просто не существует. Так это если я еще успеваю до нее допрыгнуть. Он когда кидает зеленый, он говорит стронго, да? Но он это говорит и в других вон случаях. Так что как бы на 100% я не могу по голосу узнать, что он кидает. Так что приходится именно видеть, что он начинает кидать, и это иногда бывает поздновато. Подкат умеет делать, но тут это вообще бесполезно.
Ну вот, ну не мог, видели? Ну я не мог, я пытался, я жал кнопки. И чё мне это дало? Ни хрена это мне не дало. Подкат под пилу. Туда подкат нельзя сделать. Он, кстати, раздавливает с одного удара, прикольно. Пока нет зеленых, все идет в принципе хорошо. Ну, пофигу, получил один урон, это. Блин. Ну вот, даже зеленых сейчас не было, и все равно не смог. Вот даже без зеленых не смог, причем здоровье доставил на самом деле до хрена. Лазеры очень доставляют. И вот эти летящие еще, наверное. Ну, слева бомбочки это летящие, ну именно когда вот в конце они доставляют, потому что там еще куча всего летит, и ну, довольно сложно это размикрить. Много слишком урона получил. Уже без шансов, да? Сто 17 смертей, ну блин, вроде не так много, да, но что-то я уже устал так от него. Изичного, ну конечно. Такое не проканает меня.
Ну вот. Дошел, называется, без урона до этой хард-мода. И на тебе, блин, джбан зеленый. Ну еще, да, конечно, мало же одной-то, ну. Жесть, я под ногу попал его, и там минус 100. Жесть, а там было здоровье столько еще. Блин, жесть. Ну, короче, в принципе, если доходить до последней фазы без урона, то шансы вроде неплохие на самом деле, да? Если бы еще зеленую не пропускать. Короче, если урон получаю до activating card mode, то удаляю. Ну ладно, если два урона получаю. Один пытаемся, два все. Какой клави я геймпадом играю? Да там нечего контролировать, ну, блин, неужели не видно, что там нечего контролировать? Там мат начинается. Там день рождения начинается. Ну, для моих краборук нечего. Ну да, я ж стрим по этому боссу. Ну, кстати, возможно, так и будет. Если, конечно, сейчас его не пройду. Сегодня с днем рождения? А, так это он плюшечку поздравляет. Вон оно чё. Ну тогда это в честь тебя тут. Манка. Ну. Ну блин, ну по пилу задел, какого хрена?
Ладно, фиг с ним, попробую. Два урона хоть и получил, но посмотрим. Нет, говно какое-то вообще. Вот что тут контролировать? Вот я сейчас мог лазеры размигрить или что? Или мне нужно или мне нужно уворачиваться от атак, его урон не наносить, ждать, пока его вылечат, и плюс пока он дойдет до конца, скинет меня на шипы. То есть что тут контролировать, я не понимаю. Здесь нужно действовать очень быстро, пофигу на тактику, ну практически, то есть потому что куча всего и нужно очень быстро действовать, время, каждая секунда дорога. Потому что это сложно вообще-то контролировать их. Привет, Ксипи. Ну, значит, сложно их уничтожать. Когда в тебя летит непонятно что. Непонятно в каких количествах. А где вторая? Он что, одну кинул? Не понял. Почему я рестарт не нажал? Не знаю, забыл. Ну ладно, теперь это играем. Ну вот, и что? Ну что? Ну не попал я. И чё? И как я теперь должен, ты говоришь, контролить? Да, вылета сбиваем. Да не, ну почему ничего не писать? Да пишите, ну просто, блин. Просто, блин, что-то жестко тут. Все не так просто, как кажется. Ну серьезно. Очень много, зачем надо следить. И причем даже если ты уследил, еще нужно это выполнить. То есть я вот, например, когда это перепрыгиваю, да, у меня не всегда получается это перепрыгнуть, хотя я знаю, как надо прыгать. Ну просто потому что не всегда получается. Ну что по делу. Ну вот ту я просто, ну не успел я это выпустить, это блин, колбочку эту, блин, спить. Вот куда он столько их подряд пускает? И чё я забываю рестарт? Да не думаю. На клаве очень неудобно, три кнопки действия, то есть прыжок, стрелять и полет крыльев, и ну то есть это три разные кнопки, и это неудобно на клавиатуре очень. Я же начинал на клавиатуре.
Ну, не успел среагировать. Не, ну в начале зеленая не так критичная, ну если одна. То есть их можно избежать, потому что он по одной атаке только пускает. Не, кто сказал, что стрим долго будет? Уже вообще-то 2 часа идет стрим. И меня уже надо охлаждать немного. О, получил, блин, колбочки свои. Они еще отражаются там, ну блин, это пипец какой-то. Они еще эти лазеры от правой стены отражаются. Как я это должен размикрить? Они вообще по всему экрану были. Там не было места размикрить. Даже если бы я сконцентрировался только на лазерах, пофигу на летящие лечилки, да, я все равно бы их не смог размикрить никак. Ну тупо никак, там не было места. Я даже вот потом посмотрю, там не было места размикрить. Блин, это жесть какая-то. Привет, бобер. Чё отправить? А, я понял. Не, раньше времени не нужно. Это, короче, первый босс, на который я трачу целый стрим. Как минимум, да, уже стрим. А то и, может быть, даже сейчас несколько стримов придется. Да блин, задолбал, ну... Могу, но только это, знаешь, как неудобно. Я же иду в этот момент. Я не могу стоя стрелять наискосок. А, могу. Ну, это слабо поможет на последней фазе. Ну, потому что, блин, там все равно, как бы... Какая разница, там микрить надо так и так. Не, ну мало здоровья уже осталось. Hmm.
Но один урон мы был и продолжаем, если еще один урон, то удаляем. Или если пропущу две зеленых, начать, ну, в любой момент. ₽350, но я-то покупал за 250, по-моему, и это за 299, и потом еще продал карточек на 100 рублей с этой игры. Так что, по сути, она мне обошлась там вообще в 100 с чем-то. Да, я тоже не понимаю, что он там говорит на самом деле. Вот это было близко, вот это было точно близко. Очень близко, даже огоньков зеленых толком не было. Сколько ему, наверное, осталось 2 или 3 максимум шарика, да? Я просто не представляю, как эту игру без урона проходить. Это такой бред. Ну то есть, блин, это, блин, жесть какая-то. Не-не, там оставалось все равно несколько. То есть вот, видишь, это один. Обрати внимание, сколько нужно, чтобы один. Ну два, наверное, там два оставалось, скорее всего, шарика. Где-то на два, мне кажется. Ну потому что у меня разные обстоятельства, пила в разном месте и так далее. Потом бывают зеленые там. Thank you.
Не, ну офигеть, это я дошел с полным здоровьем до вот этой хардмода, и у меня только лишь появился шанс на последнем хп там его добить, и то я его не реализовал. Ну что это за жесть такая? С днем рождения! Вот это жесть. Dark Came Watch. Почти без урона, кстати, да. Как ни странно. Так, с этим ты можешь путешествовать назад во времени, в прошлое, в воспоминания и собирать предметы, которые ты пропустил. О, классно. А это доступно в меню. Так, а куда мне идти? На ШП я не хочу прыгать. А. Не, ну наконец-то. Не, ну все, меня уже как бы выжил этот босс, так что сейчас дойдем до какого-то логического. Ну все, дошли до логического момента. И на этом мы заканчиваем. Только посмотрим, давайте, что у нас за открылся вон вот это меню. А, ну все, мы можем просто в любую локацию переместиться и собрать там секретки. Ну, из тех, которые мы побывали уже. Вон, 35... Босс дал 5%, короче, прохождения. Не, все, на этом стрим заканчивается. Я пец устал от этого босса, просто вообще жесть. Так, надо, кстати, выйти в меню, а то у меня время тут игровое идет. Так что вопросы, пожелания, замечания, предложения можете писать в чат. Пару минут, как обычно, я еще в чате посижу. Ну, все. Всем пока, спасибо, что смотрели, увидимся на будущих стримах.